31-летняя принцесса Беатрис готовится к свадьбе с 34-летним миллионером Эдоардом Апелем Моцецеи. После выхода скандального интервью 59-летнего принца Эндрю, его дочь решила не транслировать это событие по телевидению вопреки традициям. Сын королевы Великобритании выступил с интервью неделю назад, и его заявления сильно повлияли на королевскую семью. Елизавета II отстранила его от исполнения королевских обязанностей. Дочери принца обещали поддерживать его и сдержали свое слово. Принцесса Беатрис решила устроить тихое торжество, а не шумное празднество, каким свою свадьбу отметила ее сестра, принцесса Евгения. «Все будет очень сдержанно. Беа и Эда очень рады, что их свадьба получит меньше внимания», цитирует Daily Mail слова источника, приближенного к паре. Влюбленные решили не венчаться в часовне Святого Георгия в Виндзоре, а выбрать другое место в Лондоне. Кроме этого, на церемонии не будет журналистов, карет и лошадей, а все это неизменно сопровождало королевские свадьбы. Меган Маркл бурно отреагировала на скандальное заявление принца Эндрю о сексе. Королева Великобритании лишила сына зарплаты после скандала с педофилом. Сам сын Елизаветы II отрицает свою причастность к скандальным делам давнего друга.